вообще весь перечень можете перечислить, какие документы нужны, ну, загранпаспорт, за, что еще, загранпаспорт, что еще надо? И паспорт Украины одного из вас, вернее, данные. Но это, ну, я могу, у меня есть. Это для любой поездки, да? Не только Египет. А, у меня есть паспорт Украины, брать не нужно. Не нужно? Для договора хватит же моего паспорта. Ну, конечно, потому что на одного человека. Почему? Да. За границей, говорите, паспорт украинский брать не нужно, почему? Паспорт Украины, общий гражданский наш, не нужно брать, угу, потому что он действует в пределах Украины. Угу. Как только вы пересекаете границу Украины, ваш документ – это загранпаспорт гражданина. Угу. Загранпаспорт. И все. Да. В общем, сейчас получается, нужно, ну, нужно на документы, на договор заключаем, да? Вот, загранпаспорт, так? Бросаем на Вайбер. Бросаем на Вайбер. Да. Далее. Перевод денег. Перевод денег и справку на ковид сейчас требуется тоже, да? Сейчас. Не, не сейчас вообще, говорю, надо. С ней вылетите. Ага, мне она действует 3 дня. Нужна. Действует 3 дня. 72 часа. О. С момента, с того момента, как вам ставят печать, но опять же, с этой же Жанной мы говорили о том, чтобы не было горячки. Даем ты, в понедельник ты поставишь. Ну, так про запас чуть. Ты, чтобы было, да. И справка, что, и самое главное, что справка была на английском языке. Потому что сейчас тесты это все сделают. Правильно же говорить? Вот я пыталась тоже туристам объяснить. А вот почему, и ребята, ну вот наша великодержавность. Угу. Почему кто-то за границей должен знать украинский, русский, неважно. Ребята, существует международный язык общения, ну, да, английский. Все, на английском языке, хоть треснет. Так, все, так, давайте я заполню быстренько договор. Сегодня там на завтра полетку. В этот отель я случайно увидела, в этот отель $400 на двоих. Ну, то есть они там скинули 10-го, вылет 11-го был, по-моему, сентября. Ну, вы поняли, да? 400. Не, я поняла, но $400. Это что-то край-край у людей, совсем все плохо, наверное. У меня тоже есть группы, отказные туры. Есть такой у вас, да, лично? Ну, это приват-тур, вот они называются. Вот они бросают тур. Ну, я хочу увидеть тех людей, которые слетали за $400.